Приветствую, уважаемые подписчики и телезрители. Сегодня я поднять хочу вопрос о таком интересном инциденте, как читы, коды, взлом Music Wars. Для тех, кто играет давно в эту игру, и для тех, кто пришел недавно играть в эту игру, ребята, читов, взломов для игры нету. Игра находится на сервере Destiny Development. И поэтому влиять на данные на этом сервере вы можете только в определенных местах. То есть то, что вам разрешили администраторы. Все остальное у вас, ну, не хватит прав на это все. В свое время один мудрый человек написал статью. Некоторые чит-коды и так далее, все, тут накрутка рубинов, рингтонов, то есть все, он описал в статью, это очень хорошо, красиво, нет, я прочитал, то есть да, я с ним согласен. Но недавно, буквально вот дня два назад, снова столкнулся, думаю, ну вот люди, надо же, покупается же все-таки вот на вот это вот. Вот, подождите, где мы там, сейчас перейдем. Где они? Вот. Вот видео. Актуальный чит на рубины. Пополнение энергии. Рабочий чит 2017. Судя по студии, которую, ну, здесь видно, имею в виду это, то есть мало того, что персонаж низкого уровня, да еще и студия старая. То есть сейчас уже выглядит по-другому. То есть ее нету. То есть видео опять заново заливают. Здесь по ссылке находится, вот здесь ниже по ссылке, вот туда вот, находится ссылка, короче, на файл. Сразу говорю, не советую качать, то есть это опасно для компа. Сейчас я вам покажу. У меня есть альтернативные операционные системы, на которых я могу запускать такие программы. Сейчас продолжим. Вот моя альтернативная операционная система Linux Mint 17. Я на ней почти все тестирую, то есть ничего не боюсь. Многим советую. Я уже до этого скачал файл, то есть у меня файл находится в загрузках, но я дополнительно его еще вынес сюда, чтобы вам показать. Вот, вот такая штука оттуда скачивается. Так, все, давайте запускаем. Вот, он выдает мне вот такую штуку. Потому что эмулятор Windows на Linux слабоватый, он не позволяет все функции полностью сделать. Что сказать, Linux все равно есть Linux. То есть. Ну вот, так я вот тестирую все программы и вирусы на нем. Так, а теперь давайте перейдем в загрузки. То есть я до этого оттуда запускал его. Создается вот такой файлик. Вот вы видите, там тоже скачанный. То есть вот. Вот, смотрите, видите, по времени, то есть вот я пишу видео в 15.58, то есть я запускаю, и он вот его создает. Внутри него, этого файла, то есть строки кода о том, что он не может установить программное обеспечение. Сейчас я вас познакомлю с очень интересной вещью, это AMI Service. Что это такое и что это вообще ставит, вот эта вот штука. Вот. Добро пожаловать на удаленное управление компом AMI Admin. Админы часто используют это программное обеспечение для управления внешними компами, серверами. После запуска этой маленькой программки, то есть вы открываете доступ человеку, причем он сразу об этом тут же знает. Вот. Играйте честно, играйте правильно. Не поддавайтесь на всякие провокации. Счастливо, ребята. Getting jiggy with it.